тебе нахуй! Она горячая. Сдох, сука, офигенный сайт подарков Surprise Box в Украине. Я о нем когда-то снимал видео, и мы распаковывали подарки с этого сайта. Смысл сервиса в том, что вы покупаете коробочку с сюрпризом и не знаете, что там внутри. Коробочки есть разных ценовых, половых и возрастных категорий. В коробочках попадаются, как правило, трендовые вещички и дешевле, чем в обычных магазинах. От меня вам будет скидка 5% на любой заказ по купону MART5. Покупайте и радуйте близких. Ссылка в описании. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Алло, привет всем. Чувак, слышишь? А до какого момента ты вообще снимал? Что они знают? До травы. Какой, блядь, травы? Ну, шмаль. Какая, блядь, шмаль? Какая, блядь, где это? Когда это? Меня там не было. Какая, блядь. Короче, я не знаю, что снимала, что не снимала. Вчера просто такой ярый пиздец происходил. Хай-хай, с вами Иван Гай, Эдвард Атева и Рома Жолудь. И мы тут моем Милену Чижову. Милена. Черный список, бэйби. Крысюк, блять, Пацюк. Ай, потечело. Иди сюда. Я так эту мразь боюсь, пиздец, просто. А чё? Я не знаю, блядь, она ползучая хрень ебаная. Я тогда, блядь, когда в гробу лежал, я так, блядь, её боялся. Милена, не отмоешься. Да, блядь, только не кричи. Он не будет, он боится, он не будет кусаться. Мы его выебем, если будет кусаться. Только не кинь на меня. Давай Аня наебала кинем. Аня, Калина, мы тебя все очень сильно любим, но... Ты меня, сука, расстроила в последний момент. Мы просто набухались так, блядь. Просто, короче, Андрей встал попить в 6, не во сколько, 4 утра. Я встал пописать просто. Пописать и встал. И мы начали бухать. А я как раз в телефоне сидел. И, в общем, мы нашли друг друга просто. Горло просохло, я решил взмочить горло пивком. И мы, короче, выбухали одну бутылку, вторую бутылку двухлитровую. Ну, короче, пошло-поехало, поэтому, Ань, мы идем к тебе. Пока ты спишь. А шо, блядь, я у тебя... Давайте тихонько к Ане пойдем. Ты видел, как она лежит? Аня? Да. А шо у нее открыто, куда можно запускать? Ебать! Прям на лицо давай посадим. Только мы должны молчать. Мы должны молчать. Вы сейчас кричите, нам уже там все слышно. Она типа... Вот так. Экшн. Экшн. Открываем. Садим на лицо. На лицо. На лицо. Хорошо, сейчас. Скирс шампанского. Я сейчас только пописываю. Я тоже пописываю. Ой, мы тут записываем. Блять, сука. Сука, она проснулась и пришла пописать в то время, как мы все писаем. Я не знаю, что вы видели, что мы вообще снимали, что там вообще вы успели посмотреть. Онлайн. Блять, мы должны были там быть через 5 минут, сука. И шо? А хули мы, блядь, в Киеве живем? Когда это по-киевски ебашить? Да, Тимур? Я знаю, что тебя не Тимур зовут, но это никого не ебет, Тимур. Что первым делом делают весной, а? За базар отвечают, правильно. А еще что? Поляну накрывают аж бегом. А где поляна? А где поляна? А где поляна? А поляна будет сейчас аж бегом. Ауе, блять. Мужик не тот, кто баб ебал, а тот, кто в школьном туалете срал. Ты срал? Какой, блять, крысой? Ты братанчика не вздумай так называть. Я за него, блять, нахуй с автомата своих пристрелять, блять, поняла? Нихуя, сука, не смешно. Всем пизда, блять, всем нахуй, сука. Что ты говоришь? Я тебе сказал, мы сейчас нахуй все врываемся и всем, сука, пизда. Я 2 недели на бок скажу, ты меня слышишь или нет? Ты не таксист, который мне сказал, что, блядь, выходите через минуту. Мне похуй, пускай ждет, блядь. Я сказал, мы сейчас врываемся. Котом ебашит, вертуху въебало. Я подхожу, а перкот хуй. Слева и справа. Лёжа, пятка, хуя въебала в нос. Отключились. Сейчас, секунду. Понятно, блядь, что отключились. Я бы уже давным-давно отключился бы, блядь, как бы не крутить. Алло! Лёжа!
можешь снять, не знаешь, что это ты, фифа. Капустяк, блядь, это самое вкусное. Так давно не виделись. Оля Лукина. Как дела? На что же ты обиделась? А сейчас я чуть-чуть расскажу о том, с чего все началось. Дай мне слово. Дай мне, блядь, слово. Я только лег спать. Сука, блядь, дай я скажу, блядь. Ну не кричи. Алло, блядь, да закрой ты рот, блядь, дай я скажу. Да, блядь. Я скажу, что такси подъехало, блядь. Я тебя прошу, пожалуйста. Я понимаю, ну, блядь, я не успел, что я сделаю, понимаешь? Я хотел, но я не успел. Понимаешь, я бы тебе сказал, ты... Да что ты орешь, да я скажу. Какой нахуй пока, ко мне рука. Реклама пива. Пердула. Блядь, братан, у нас такси ждет, пошли. Неудобно, блядь, он стоит там уже, блядь, давно. Алло, вы ж не выехали? Нет, это другого, он будет злой на нас. Другого надо вызывать. Где злой на вас? Я уехал, блядь, уже хуй знает когда. Вызывай новое. Давай я сейчас вызову. Патипас вызывай. Я должен приехать Ерик. На туре? Да. Запись. Братанчик заказал такси и говорит, дайте нам, сука, самую охуевшую машину. Говорит, дайте нам, блядь, Ламборджини или Гельтвайн какой-то. Он сказали, да, окей, без проблем, сейчас дадим вам елик за 59 гривен. У них нету елика, вот чем прикол. А что у них есть вип-номера, блядь? У них виповская, что-то есть нормальное? Сейчас... Виповская, блядь, виповская, сука. С дешевым на хамере бы поехали. С дешевым пивом, блядь. Я за руль туда не был бы пьяным. Погнали на моей машине. Поехали. Кто за руль? Я. Точно? Реально? И главное, чтобы мусора взятки брали. А, ну все, поехали. Похуй, поехали. Ты сильно пьяный? Не в том дело, пьяный или не пьяный, а в том дело, чтобы, блядь, перегар. А аккуратность, конечно же, аккуратность за мое, блядь, второе имя. Не водите машину в пьяном состоянии, пожалуйста, прошу. Лёша, ты пристёгнут? Да. Запись. Что делать? Да это жоры, блин. Ты сама мне позвонишь. Велосипед. Велосипед. Ты моё украшение. У тебя есть день рождения. Нужно баб поменьше слушать. Пацана! Вот я просто... А, да, мы сейчас у Лёли, у Оли Лёли дома. Да? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Почти не спал. Да я не знаю, просто что-то вот меня тревожит, я не могу просто вообще ничего делать. Мне интересует, где моя кепка, где моя машина и что-то еще, что-то... Моя машина не завелась, твоя кепка в моей машине. А, стоп, моя машина не завелась. Я помню... Пистолет у тебя есть? Где? Или это твой? Ну, то есть, типа, он у тебя дома был или... Нет, это ваш. А, да нет, ты это... долбоб! Что он здесь делает? Не, серьезно? Это я взял... Ты конченый. Я взял, что у тебя... Я случайно увидел, что здесь делает мой... Пиздец, блядь. Представляешь эту рыбу. Да, блядь. Ты мне скажи, что это, я не понимаю, о чем идет речь. Ты снимаешь, что я тебе скажу. Пиздец. Короче, вчера, я не знаю, как так получилось, типа, я отошел в магазин буквально на 2 минутки, возвращаюсь, Леша и Артур что-то там кричат мужику какому-то, объясняют руками, показывают, смотрю, уже капот открыт у меня в машине, уже прикуриватели, думаю, ну, наверное, мужику решили помочь. Подхожу, в итоге оказывается, что решили мне помочь. А, это я слышала. И меня уже прикуривают. Так, я смотрю, горят нахуй провода все, я не понимаю, что происходит. Вытяни быстрее! Да что вы как заторможены? Она горячая! Она горячая! Не, ребята, вы... Ай-яй-яй-яй, Леша! Ну надо отрезвить, ребята, вы... Извините, пожалуйста, мы все делали правильно. Спасибо вам огромное. А что вы нам посоветуете в этом деле? Вызвать техобслуживание. Может, без техобслуживания, но так сразу... Блядь, слушай.
Віднадало, хотіло вас уже. Так, да, включіть, щоб поработало. Ну ти бачиш, вже заводиться. Треба тепер, щоб воно поработало. Мені печет жорстко. Що за пи***ць? Та мені теж, блядь, руки попекло, коли я ту хуйню да снимав. А, сука! Та не хочу. Ну, надо таксо, короче, вызвать. Снимаешь? Да. Спасибо, ну, шо, блядь? Оно все работает, сука, дайте мне холодной воды, пожалуйста, мне так, сука, печет. Ну, а где мы, мы пьем? Я смело держа курс на зло.